Той-пудель – это миниатюрная порода пуделя, которая является одной из трех разновидностей породы, которые также включают стандартных и миниатюрных пуделей. Взрослый той-пудель обычно весит от 3 до 4,5 кг. Высота взрослого той-пуделя в холке обычно составляет от 24 до 28 см. Манеры поведения той-пудели обычно очень умны и энергичны, они являются отличными компаньонами и очень привязываются к своим владельцам. Той-пудели также обладают высоким интеллектом и быстрым обучением, что делает их отличными кандидатами для участия в соревнованиях по позированию, а также для выполнения трюков. Той-пудель имеет гофрированную шерсть, которая не линяет, а значит не вызывает аллергии у людей с чувствительной к шерсти реакцией. У них длинные и прямые уши, круглые глаза и овальный нос. Их лапы круглые и крепкие, а хвост поднят над спиной и скрученный в кольцо.